Да, друзья, вот не поверите. Кстати, смотрите, опять небо сверкает за моей головой. Совершенно такой день. Ну, облака-то, конечно, есть. Но это не зарницы. Вы видите, это не зарницы. И с каждым таким взмахом какого-то аппарата, с каждым таким щелчком на небе меняется облачность. Посмотрите. Видите? Облачка появились. То было тихо, спокойно. Облачка появились. Там в небе что-то происходит. Это не... Видите, да? Я вот просто вижу это сквозь камеру. Когда смотришь глазом настоящим, то есть натуральным, то этого не видно. А видно только, когда камера направлена в небо. Тогда это видно. Что происходит, мы не знаем. Понимаете? Не видно. Но мы видим, в небе что-то происходит. Как раз, когда облачность, вероятно, возможно, какие-то предметы в небе летают среди этих облаков, и мы этого не видим. Да, получается так, посмотрите, видите, да? Получается так, что какие-то... Вы чувствуете? Посмотрите. Мне даже интересно стало. Я села записывать ролик, и вдруг вижу, сверкает. Просто сверкает в глаза. Сухая погода. Это не зарницы. Нет. Это не зарницы. Уж, друзья, за свою жизнь я зарниц повидала. Ого-го, сколько. Это не зарницы. Тем более сентябрь. Это не зарницы. Вы видите, полыхает небо? Это что-то с облаками. Это что-то в облаках. Там находится какой-то аппарат, предмет. Это пучки. Направленные пучки энергии, которые бьют, я не знаю, по кому. Но то, что я вижу, значит, и меня касается, если я их вижу. Видите, да? То есть они касаются и меня. Видите? Смотрите как. Наблюдайте. Оно долго не будет. Это длится какое-то мгновение, то есть сколько-то минут, а потом это уходит. То есть рассчитано на сколько-то минут. Сколько минут это будет длиться? Я не знаю. Вот я наблюдаю вместе с вами, какое явление происходит в небе. Непонятное. У нас там музыка в соседнем отеле. Пляж, жара. Конечно, музыка играет в соседнем отеле. Ну, давайте понаблюдаем. Смотрите, небо, да, сползает и становится темнее. И вот каких-то три маленьких облачка появились. Три перышка, видите, с левой стороны три перышка появились. Вот их не было с самого начала, когда я включала камеру. И после вспышки они появились, стоят. Нет, если вы скажете, конечно, что зарница, друзья, многие, конечно, не знают, что такое зарница. И что... Ну, я думаю, что знаю, друзья. Ну, просто невнимательны. Это невнимание, оно вот и порождает другие смыслы в том, что вот видите, в небе что-то творится, а мы не видим, мы не понимаем, что творится. Явно происходит обработка. Может быть, это и есть то самое психотронное оружие, которым влияет на население. Вот сейчас так побрызгают этими лучами, да? А потом что будет? А потом ночью... Может быть, народ начнет бунтовать или еще что-то делать. Ведь это уже второй раз, да? Скажем, пока это все спокойно. А как оно будет? Через неделю, через месяц в головах рождаются какие-то, да, мысли. У людей, конечно, у людей рождаются. У людей психика нестабильная. Тем более, вот эти всякие сверкания небесные, небесных лучей, да, они очень сильно, эти небесные вещи, они влияют на людей. Конечно, можно сказать, что не влияют. Конечно, можно сказать, что все это... Ну, я сделала, кстати, два ролика на эту тему. Послушайте, есть у меня два ролика. Один очень большой ролик, скажем, с большим разбором, он на YouTube. На YouTube-канале. Мой YouTube-канал называется Таня Карацуба Сеид Бурхан. Имя и фамилия.
Заходите там, посмотрите. Совершенно недавний, вот 2 дня назад я его выставила. А вчера выставила здесь же опять о нейроударном оружии, которое, конечно, используется с неба. Оно может как с неба, так и из пушек использоваться в отношении людей. Люди не могут их ощущать, они могут ощущать это как головную боль. А, кстати, помните, смеялись над шапочками из фольги, а? Кто смеялся, друзья? Так вот, эти шапочки из фольги, я просто вам рекомендую, я еще тоже не сделала себе, но приеду домой и сделаю шапочку из фольги. И буду ходить вот в такую шляпку вниз. Да, в такую шляпку вниз. Правда, я приеду уже осенью. Осенью приеду, ну, в какую-нибудь беретку, в кепку, шапочку из фольги сделаю. Правда, такую уже кепку нигде не снимешь, народ будет смеяться над тобой. Ну, каким-то образом надо защищаться. Или на окна поставить фольгу, тоже защититься можно. Конечно, это тоже очень даже, если, друзья, ставьте на окна фольгу. Может быть, это защитит вас от вот таких сверканий. Потому что я говорю, если я повернусь и посмотрю глазами, я так уже делала, я не вижу ничего. То есть я этих сверканий не понимаю, не вижу. То есть мой глаз, мое зрение не отличает небо со сверкающими вот этими, да, и не сверкающими. То есть для меня небо обычное. А здесь небо сверкает, ой-ой-ой, не по-детски, видите? Уже который раз, да? Я уже вам показывала в каком-то ролике, но я тогда делала новости, и я продолжала говорить новости, а теперь я, видите, остановилась. Я уже не стала делать новости, потому что я вижу, это очень важное что-то такое в небе происходит. Пожалуйста, пишите свое мнение, что вы думаете на эту тему, потому что, реально, друзья, это не зарница, друзья. Это вспышки какие-то. Вспышки в облаках происходят. Причем на том первом ролике, где я показала эти вспышки, эти вспышки, знаете, каждый раз делали так, что облака начинали перестраиваться. Каждый вспых – это перестройка облака, мгновенная. Вспыхнуло и новые облака. Вспыхнуло и новый ряд облаков. То есть они как бы переформатируются, облака. Сейчас нет. Сейчас, может быть, где-то это чуть выше, чем то облако, которое висит над нами. Видите, темное облако, оно висит. Оружие для обработки сознания людей очень жестко начали применять в нашем мире. Я сделала ролик о перевале Дятлова, о тех ребятах, которые ходили там на перевал. У меня абсолютно другое мнение. У меня абсолютно другая ситуация разворачивается там. Я не так много и досконально разбираю фотографии, потому что разбор фотографий абсолютно не нужен в этом перевале Дятлова. Ну, не нужен. Это, знаете, как бы уже отголоски, это последствия. Последствия, которые увели всех исследователей в неверном направлении. Фотографии, ну, они ничем не могут помочь, потому что они сделаны уже после, и они никак не раскрывают тот путь, который прошли ребята, и которым очень не повезло в тот момент, когда как раз с ними сотворили такое. А что с ними делали? Ну, как многих, НЛО забирают, да, коров, помните, везде писали. Ожоги, вытащенные органы. Так же и там, у дятловцев. Послушайте мой ролик, я думаю, вам будет это интересно. Итак, смотрите на небо. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. 4 сентября 2023 года.